Здравствуйте! Ми раді новій зустрічі з вами. Сьогодні ми розповімо вам про новорічний концерт, у якому ми підвели підсумки першого півріччя. Можна сміливо сказати, що цим концертом ми відкрили наш новорічний марафон. І концерт був дуже незвичним. Він був чудовий. І не випадково його назвали «Чудо прийде». Урочисто і романтично відкрили концерт старшої групи і солісти проєкту. Сніг январський за окошком, єля сипалась немножко, клавесин берет последние аккорды. Отгремел салют трескучий, но щелкунчик невезучий машет сабелькой отчаянно и гордо. И бенгальскими огнями звезды светятся над нами, исполняя все желания влюбленных. И короткий шум целуем губ ванильно удивленных. Новый-новый год, новый-новый год, свечи на столе, мишура и маски, все, что не сбылось, вдруг произойдет. Новый-новый год, продолжение сказки. И с улыбкой виноватой фея палочкой взмахнет, и все исчезнет. И закружит снова вьюга, не забудем мы друг друга. И щелкунчик будет ждать на том же месте. Новый-новый год. Новий репертуар показали усі учасники проєкту із різних вікових груп. Подивіться фрагмент виступу найменших учасників концерту. Вихованців ясел садка «Чорноморський-1», яким всього по 4 рочки. Крім цих малюків, у концерті ще брав участь дует
п'ятирічних Елеонори Розанової та Софії Петкової. Вокальний ансамбль шестирічних вихованців ясел-садка «Чорноморський-1». Гарні номери підготували вокальні ансамблі «Феєчки» та «Зірочки», над якими дуже старанно працювали. Солісти Аня Петкова, Ангеліна Асланян та Максим Паптиданов також продемонстрували високий рівень підготовки. Вокалісти середньої групи – Ольга Грек, Софія Єпольська, Тимур Оленіч, Вероніка Паненко та Даша Баршавська – подарували глядачам нові номери і привітали з наступаючими святами.
запрещается любить в царских семьях. Уж таков порядок древний по расчету. Надо замуж выходить. А я не хочу, не хочу барышня. А я по любви хочу. На бой хочу я на бой. И за любовь улечу. У січні дітей і дорослих ми запрошуємо на авторський спектакль. Спільна робота учасника 6-го сезону проєкту, автора-виконавця Євгена Лісничого та викладачів проєкту. Називається спектакль «Антошкіні казки». Це сучасна казка казок. Грають у ньому учасники 6-го сезону проєкту. На концерті були показані сцени з вистави, які викликали жвавий інтерес у глядачів. Я пойду з тобою, ще для тебя не просто слов. Проходишь уровни легко в любой игре. Знаю я, ты способна. Знаешь ты, что есть возможность себя испытать. Ты серьезно? Меня ученый ведь не зря зовут. Ну, допустим, чем-то я помочь сумею. Ждет удача на этих подвигах успех. Я буду счастлив, мы спасем мир сказок вместе. Показывай дорогу. Бери с тобой рюкзак. Туда плакает парк. И книгу, планшет. Вперед! Нам пора! Раз, два, три. Делать.
Здравствуйте. Ой, девочки, посмотрите, еще одна гостья. Наверное, тоже принцесса. Из какого вы царства-государства, сударыня? Какая я вам сударыня? Я обыкновенная школьница. Просто я, кажется, заблудилась в этой вашей стране сказок. Это целая история. Меня в Лукоморье пригласил кот ученый. Ему нужна была моя помощь. И что, ты справилась? Конечно. З ролью Антошки прекрасно впоралася ведуча розважально-пізнавальної рубрики «Етикетка» Кіра Бабрішова. До січня ще є час. Діти та викладачі старанно готуються до прем'єри. Ми чекаємо вас на нашій виставі. А поки подивіться рубрику «Етикетка» і пориньте в світ культури Сходу. Незвичний для європейського туриста, але в деяких правилах все ж таки схожий. В азиатских странах по-прежнему сильны традиции. При этом правила хорошего тона принципиально не отличаются от правил в европейских странах. Разве что есть некоторые особенности. Вот несколько полезных советов для того, чтобы ваше пребывание в Юго-Восточной Азии было комфортным для вас и окружающих людей. Выучите несколько базовых слов на языке той страны, в которую направляетесь. Простые, такие как «здравствуйте», «до свидания», «спасибо». Оказав уважение к языку, вы приятно удивите местных жителей и расположите их к себе. Не выставляйте на публике своих чувств. Не пытайтесь заключить человека в свои объятия, если он сам не проявит инициативу. Общепринятой практикой, как правило, является простое рукопожатие или поклон со сложенными на груди ладонями. Но и здесь есть особенность. Уровень, на котором находятся руки, выше или ниже, определяет значение поклона. Поэтому лучше просто поприветствовать человека легким наклоном вперед. Зачастую старшему человеку отведена роль здороваться первым. Если вас пригласили на семейный обед или ужин, подождите, пока самый пожилой член семьи сядет. И только после этого занимайте свое место за столом. Старайтесь есть все, что хозяева положили в вашу чашу. Считается, что вам, как гостю, дается все самое лучшее, что находится на столе. Если вы сыты и не справитесь с очередной порцией, слегка прикройте чашу для еды рукой и вежливо откажитесь. Если вы хотите сфотографировать кого-либо, спрашивайте их об этом. Они не элемент экзотики, а такие же люди, как и вы. И, может быть, в их планы вовсе не входило блистать на ваших фотографиях. Не дотрагивайтесь до головы людей. Волосы и голова считаются самыми чистыми местами тела у человека. И трогать их может только хозяин. Уважайте традиции и святыни. Не поворачивайтесь спиной к местным идолам-богам. Не обращайте к ним ступни своих ног, так как ноги, в отличие от головы, считаются самой грязной частью тела. Соблюдайте дресс-код, особенно в сельской местности и в храмах. Отправляясь к местным святыням, не надевайте шорты, майки или безрукавки. Плечи и колени должны быть прикрыты, а при входе в храм и в дом обувь снимайте. Обувь, возможно, придется снимать и в других местах, например, в уличной лавке.
Обращайте внимание на пятачок у входа. Если там уже стоит обувь, значит порог можно переступать только босыми ногами. Азия необъятная. И порой непостижимая для европейского ума культура. У наступному випуску ми продовжимо розповідь про новорічний концерт і покажемо вам учасників старшої групи. Ви знову зможете поринути в затишний світ новорічної казки і послухати новий репертуар у виконанні учасників нашого проєкту. Відео з концерту можна також подивитися у соцмережах. Дивіться нас на YouTube, на сторінках «Будь зіркою» в Фейсбуці та Інстаграм. Запрошуємо вас на концерти телевізійного проєкту «Будь зіркою». Найблагородніше з мистецтв – робити людей щасливими. Це фінальна цитата із кінострічки «Великий шоумен». Вона надихає на нові прагнення. І ми працюємо. Ми готуємо нові випуски, щоб цей світ став добрішим. Щоб знову зустрітися з вами у ефірі. До побачення. Лучшие подарки. Но...